Главный фильм сегодняшнего дня в Каннах – это «Боль и слава» великого испанца Педро Альмодовара, который показали в основном конкурсе и обсуждают сегодня. Это, во-первых, это прекрасно. Это фильм – невероятно нежная, пронзительная история, история стареющего режиссера, который вспоминает о том, как он прожил жизнь. Это история любви, это история потерь, история находок, история невероятных совпадений, которые случаются с нами в жизни, которые случаются в жизни с людьми. А главную роль в фильме сыграл очень любимый Альмодоваром Антонио Бандерас, которого те, кто привык к его образу мачо, в кино могут его просто не узнать. Главную женскую роль в фильме сыграла еще одна очень любимая Альмодоваром актриса Пенелопа Крус. Она же жена Антонио Бандераса. Фильм после себя оставляет такое... Вот когда с него выходишь, ты думаешь, вау, господи, как же хорошо, как же круто, как же красиво. Фильм, несомненно, очень хорош. Фильм, конечно же, автобиографичен. Я еще хочу сказать, что в фильме совершенно потрясающая концовка. Я не буду спойлерить, но не упомянуть об этом нельзя. И все, что я хочу сказать, браво, Педро. Главного приза Каннского кинофестиваля у Альмодовара до сих пор нет. Я не знаю, почему на самом деле. И вот ровно 20 лет назад его фильм «Все о моей матери» совершенно гениальный. Принимал участие в основном конкурсе, но тогда получил приз только за лучшую режиссуру. 7 лет спустя его фильм «Возвращение» получил приз за лучший сценарий. И сегодня его новая картина о боли, о славе, о силе, о зависимостях и, конечно же, о любви снова вступает в борьбу за главный приз. Я Юлия Макгафи, главный редактор сайта НВ, и вместе с MasterCard мы ведем дневники 72-го Каннского кинофестиваля и будем вам рассказывать о главных и самых интересных событиях. Пока!